Приветствую тебя, Макс Вехов. Макс Вехов желает тебе успехов. Вот, рекомендую пользоваться Олекс-доставкой. Она помогает продавать. Вот я уже продаю. Поздравляем, вас купили Петр Чайковский, Лебединое озеро, 3 ЛП на Олексе. Вот. Вот. 90 гривен он стоит. Вот я подтверждаю. Перейти к заказам. Вот я подтверждаю. Вот он. Этот самый Чайковский. Вот тут там на упаковке все есть, все правда написано. Понятное дело, что он это. О, 90 гривен. Вот тут вот те самые конвертики исписанные. Ну, конвертики исписанные я могу, в принципе, и убрать. Там главное, что оно в кульке есть. Вот, подтвердить. Давай, нажимай уже. Вот. Подтвердить. Ну, что за глюки, блин, а? Конченый, блин, интернет. Что не подтверждается? Что, передумали, что? Ну. Глючит по-страшному этот компьютер, блин. А вот и слэр. Вот. У меня девушка вот месяц назад заказывала слэр. Да что такое, блин? Что-то не получается этот самый, как его, открыть письмо. Какие-то глюки непонятные. И это не подтверждается. Странно. Надо перезагрузиться. Потому что этот дурацкий интернет, одни проблемы из-за него. Ну, а ну, а это? Вот, пришел новый ответ, а ну-ка. Прочесть сообщение и ответить. О, скоро деньги будут. Окей. Хорошо. Как только поступит, так и объявление удаляю. Хорошо, жду. Не, лучше так. То где люди вот, тоже не хотела покупать, и все равно вот это самое, все-таки решила купить. Чего бояться, что? Наверное, проверяла меня на целый месяц на стойкость, что ли. Странные люди. Ну, месяц без слоя пожила, ничего страшного. Думаю, это не еда, как бы проживет и больше, если не так уж хочется слушать его. Так, а вот что вот это не получается, не пойму. Ну, подтвердить, что оно не подтверждается. Дурацкая система. Поздравляем, у вас купили. Ну, перейти к заказам. Ну, и что оно тупит? Подтвердить, ну, что оно не нажимается. Вот, это четвертый заказ у меня, вот, эти уже оплаченные, тут общая химия, манипуляторная мышь, монета 1 копейка 45-го года. И вот Петр Чайковский, ну и что, ну, они это, что, передумали, что-то не получается подтвердить. Мои покупки, мне ничего не покупаю, я только продаю на Олексе, а что, ну, не получается, что. Ну, блин, дебильная хуйня, вот честно, вот это, что оно не получается, а?
почала перезагрузить компьютер по-другому. Я думаю, что дело в чем-то в другом. Конченый компьютер, а что? По-другому никак. Ладненько. Сейчас вот... Это перезагружаться долго будет, поэтому у меня компьютер перезагружается долго. Желаю успехов тебе, Макс Вехау. Вот. Поздравляю, вас купили Петр Чайковский, Лебединое озеро, 3 ЛП на ОЛИКС. Только что Иван Бойчук купил у вас Петр Чайковский, Лебединое озеро за 90 гривен. Деньги за товар сейчас заблокированы на счете покупателя. Вам нужно подтвердить продажу в вашем профиле ОЛИКС в течение 2 дней, иначе деньги за товар автоматически вернутся на карту покупателя. Обратите внимание, кнопка «Купить» не будет отображаться на странице вашего объявления, пока вы не подтвердите приобретение товара или отклоните его. Успешных вам продаж! Вот, рекомендую вам пользоваться ОЛИКС-доставкой. Надежно, я уже это 4-й товар продаю. Рекомендую. Вот, подтвердить. Ну, ничего оно не подтверждается, опять. Вот сообщение какое-то. Пока ничего не пришло. Странно. А вот, кстати, ну, пока ничего не пришло. Ну, да что оно все глючит, а? Сейчас вот прослоя. Ну, пока смс не приходило. Ну, смс нет. Оплатили. Меньше 100 гривен, что? Пишет оплаченное. Вот я тут продаю Slayer компакт-диск муновский. Покупал за 45, продаю за 100. Ну а что? Бизнес есть бизнес. Я же себе купил Monster of Rock за 50. Вот, поэтому я должен был вернуть себе денежку. Тем более Slayer денег стоит сейчас. Этой группы уже нету. Но что оно не подтверждается? Ну и что делать? Странно. Странно, не могу подтвердить почему-то. Может, тут связано с антивирусником что-то оно. Сейчас глянем антивирусник, что он там показывает. А вот, 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 под защитой все. Вот, сумма 100 гривен пришла. Но это не по поводу... Да, Владимир. Привет, Владимир. Окей. Вот, денежка пришла. Все, все под защитой. Под полной защитой. Ну, а что, ну, не это. А, вот, пришла. Только что пришла. А, вот, только что пришло. Так, сейчас... Блин, да что он так глючит? Ёбаный, блядь, врет этот, сука, конченый, блядь,
компьютер, блядь, заебал нахуй. Да, только что пришло. Так вот продаем через OLX. Ну это мазохизм какой-то, а не продажа. А, вот тут, по-моему, уже есть. А, все, вот это вот, да? Вот сейчас вот отправил на эти отправлять. Так, все, вот так вот продажи совершаемые. Ладненько. Тут у меня столько сегодня дел, и посылку получать надо. И вот надо запаковывать и отправлять. А с этим вот непонятно, что произошло, с этим дебильным ЛП. Что с ними делать, с этими? Что я не могу подтвердить? Что за бредятина? Передумали, что так, надо удалять этот самый. Так, надо же теперь убрать. Так, все, тут я убрал. Хай! Вот, продал. На OLX продал вот 3 ЛП Чайковского. Оказывается, что мне не получалось, это из-за того, что вот в телефоне, видите, надо было подтвердить. СМС-ка пришла. Нужно было зайти и подтвердить. Я подтвердил, теперь подтверждаю сделку здесь. Вот. Пожалуйста, подтвердите продажу. Вот я подтвердил. Все. Все. Вот, теперь вот трех дней ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Сейчас вот. О, сегодня у меня насыщенный день. Так, музычка это моя играет. То она парит. Сейчас включу другую что-нибудь. А хотя пускай играет. Они, в принципе, уже записаны, эти темы, но я хочу еще их. Это у меня, я сейчас на барабанах учусь играть. Это мои тренировочные записи, можно сказать. А в принципе, это более качественная запись. Так, вот, значит, сделка подтверждена. Так, вот, значит, мне надо, вот,
первое. Подтвердите, пожалуйста. Ля-ля-ля. Есть. Есть. Сейчас мне надо будет эту посылочку. Ну, в бумагу, наверное, заверну. Вот. ТТН, вот. Ну и, наверное, так все. Вот, четвертый товар я продал. Вот, первый я продал 25 декабря, второй 26 декабря, третий 9 января и четвертый, сегодня какое, 12 февраля. Вот, четыре товара. Все, есть контакт. Так, отлично. Ну, теперь осталось запаковать посылочку. Тут она уже как бы... Это самое. Так что потихоньку, потихоньку товар продается. К сожалению, слабенько. Ну, Новый год был. У людей денег нет, наверное. Вот. Вот, видите, уже все. Так что, кто не успел, тот опоздал. Скорее всего. Так, и диск Slayer вот это тоже. Тоже продал Муновский. Надо будет отредактировать другой какой-то поставить. Все, пока-пока.